Ну что, все здорово. Сегодня у нас второй день. Вчера приготовили зайчика. Смотрите. Ой, красота. Как же это будет вкусно. Вот. Сегодня попытаемся добыть еще одного, если получится. Ночью подсыпал снежок. Следы вчерашние все замело. Вот. Банда у нас вон какая идет. Ладно, найдем след, включимся. Смотрите, полынья. Нашли следы зайца, так как снег шел ночью, непонятно, ночной след или вчерашний. Пытаемся посмотреть, пройтись по все истоптано зайцем, в принципе. Там тоже следы. Собака там ходит по следу. Вот. В лесу хорошо, тихо. Ну ничего. Может, найдем сейчас заюшу. Ладно, смотрите. Вот так там здесь. Куница ходила. Вообще каталась. Вообще проехал. Продолжаем искать зайца. Такой лес у нас красивый. В лесу хорошо, тихо. Тут следов много. Зайца. Но зайца нет. Ну что, Сань, там? Утка сидит осенью. Браконьеры вон сети ставят. А мы идем. Зайца, может быть, найдем. Пока безрезультативно. Ой. Ладно. Вчера был добыт зайчик. Прости, друг! Ну а ты дичь. Поэтому сам момент не удалось заснять выстрела. Но трофей был добыт. Ладно, смотрите. Опа! Василич, чем мы тут гуляем-то? А? По зайцу ходим, по зайцу. Думаешь, есть он здесь? А это кто бегал? Волк? Зайц. Мишка, Мишка, зайка, зайка. Это кто обрезал? А здесь тоже. Флейта? Да. А тут двойка, видишь, вот сюда уже. И туда он пошел. Может, он все-таки поднимет? Да, флейта. Остался там. Ну что, ребят. Вот и подошел к концу очередной день охоты. Пришлось изрядно походить. Но так как вчера в 3 часа утра начался снег, то он практически все следы закрыл. И непонятно, старый след, свежий след. Вот, только ямочки видно, как бы. Зайца, увы, поднять не удалось. Вот, сейчас пойдем постреляем по тарелочкам. Ребята привезли тарелки. Вот. Вот так вот сегодня не добыли. Не получилось. Но не каждый раз добывать зверя. Ладно. Так что
Кто не подписан, подписываемся. Всем пока.